Спектакль без декораций, костюма, грима и актерской игры на сцене. Премьера на Первом канале Белорусского радио. К выходу в эфир готовится новый радиоспектакль «Злочинство и покаранне на берегах Свислочи» с другим названием «Сестры Достоевские». За это произведение автор пьесы, наш современник Егор Конев, был удостоен национальной литературной премии в области драматургии за 2016 год. Радиопостановку исторического детектива осуществили в максимально сжатые сроки, всего за месяц. Герои истории, основанные на реальных событиях, зазвучат голосами народных, заслуженных артистов Беларуси, звезд, которые уже полюбились слушателям. Также в новом спектакле состоится радиодебют актера театра имени Горького Павла Евтушенко. Пьеса, якая у процессе допрацовки отрымала назву «Сестры Достоевские», как раз присвечена продкам знакомитого сусветного классика Федора Михайловича Достоевского и расповедает про самую знакомитую особу из этого рода, Марину Стефановну Достоевскую. Это была самая знакомитая злочинца 17-го стагодия на Беларуси. Историчный детектив, который, я думаю, зацікавит нашего слухача, менавіта особливостями этого сюжета, интригой, знаходками, пошуком, ну и, конечно же, высокородным героем, который у центра всей этой деи. До выпуска премьеры остается менее недели. На данный момент завершили записи в студии. Впереди монтаж звука, наложение эффектов и обработка двухчасового представления. Услышать спектакль в эфире Первого национального канала Белорусского радио можно будет уже 22 и 23 декабря в 22:05.